Попытка номер два. Сейчас еще раз попробуем присоединить в прямой эфир Ольгу. Спасибо за сердечки и лайки. Еще раз пробую присоединить Ольгу. Почему-то мне пишут, невозможно присоединить. Не понимаю. Давайте попробуем сейчас, может быть, получится с другого аккаунта. Так, сейчас, секундочку. Я посмотрю, кто... Вот у нас Марина тут появилась. Так. Я думаю, что мы просто первый раз это все проводим, поэтому не факт, что хорошо может получиться. Когда я сама была гостем, я отправляла запрос на присоединение. Мы просто хотим провести парный эфир. Вот если кто-то, Марина или Ольга, там появляется такая кнопочка «Стать гостем». Я думаю, что гость должен сам изъявить желание о том, чтобы присоединиться к эфиру, потому что так у меня не получается. Ага, вот, Марина отправила запрос. Сейчас вот мы попробуем... Я уже нажала. Ага. Сейчас мы увидим Марину. Голоса не слышно. Мне не слышно. Если кому-то слышно, напишите. Я не слышу звука. Ага, вот, по-моему, кажется... Что-то начинает проявляться. Так. Юля, тебя вот... Ты сейчас скажи что-нибудь? Я пойму, слышу я тебя или нет. Вот я сейчас говорю. Я думаю, должна слышать. А, все, супер. Ну, все, есть контакт. Что-то получилось? А кто-то пишет, что не слышно. Ну, как вы... Я к вам не хочу, чтобы не нормально. Я прошу прощения. У меня болеют муж и сын. Я тут волнуются, как у меня дела. Отлично. Мы очень рады, Артур, что вы нас слышите. Ребята, все, кто слушает нас, а что бы вы хотели вообще от нас узнать? Может, какие-то вопросы хотели бы задать? Может быть, появились вопросы о нашем новом конкурсе, который мы сейчас сегодня анонсировали, «Народный критик». Если хотите, вот Марина может рассказать о нем подробнее. Этот конкурс мы решили запустить, потому что есть много желающих, которые хотят высказать свое мнение о стихах. В общем-то, почему бы было не запустить? Не, главное, что очень много людей уже откликнулись и изъявили желание.
Так что конкурс, который будет называться «Народный критик», где в качестве авторов разборов будете выступать вы, наши читатели, да, и будете высказывать свое мнение, свои критические замечания. Потому что, когда мы тренируемся разбирать чужие стихи, мы начинаем сами писать лучше. Так что все для вас. Катя Белова, у нас есть об этом пост, посмотрите, пожалуйста. Может быть, вы не подписаны на оповещение о новых наших постах? Да, кстати, это очень хорошая функция, подписаться на оповещение, потому что в ленте можно не заметить. Если вы подпишетесь, то вам будет приходить уведомление. Уведомление можно сделать беззвучными, например, но в любом случае, когда вы посмотрите телефон, вы увидите, что вот есть уведомление, вы посмотрите, что есть пост. И увидите его, не пропустите. Еще у нас есть каналы, канал в Телеграме, группа ВКонтакте, не очень пока развитая, но мы стремимся к этому. Группа в Фейсбуке, мы везде ваши стихи, ваши посты, которые вы присылаете, публикуем во всех 4 соцсетях. Вот какой-то есть комментарий. Или вопрос? Марина, видела вопрос? Здесь вопрос задает. Я очень люблю читать стихи, сама их не пишу. Есть возможность опубликовать стихи ваших подписчиков с разрешения автора, а вы публикуете видео у себя на страничке. В этом отношении у нас был один неприятный инцидент, когда девушка прислала нам стихотворение автора, которое ей очень нравилось. В результате на это стихотворение мы получили несколько критических замечаний, и автор очень расстроился по этому поводу, очень негодовала, что как так без ее ведома были опубликованы эти стихи, и что она не планировала их где-то озвучивать, что писала как бы вот только для себя и для близких знакомых. И в связи с этим нами принято решение, если вы не являетесь автором произведения, вы должны нам предоставить, например, скриншот переписки или какое-то письменное согласие автора, чтобы мы знали, что автор в курсе и не против. По-моему, еще один вопрос. Я тут видела, сейчас секунду посмотрю. Вот вопрос. Кстати, а почему такие жесткие правила к публикациям? Ну, я думаю, Марина как раз хорошо сможет ответить на этот вопрос. Марина немножко пропадает. Так, ждем. Что-то зависло. Почему такие жесткие правила к публикациям, я тоже могу сказать. Потому что Союз литераторов первого слова развитие именно хорошего вкуса и понимание, что такое настоящая поэзия. Именно поэтому, причем мы публикуем стихи все бесплатно, и, естественно, нам в нашем аккаунте хочется, чтобы в нем был именно качественный контент. Именно поэтому у нас жесткие правила к публикациям. Если бы публикации были платно, то на самом деле разницы особой не было бы. Но мы именно стремимся, чтобы был хороший качественный контент, чтобы поэты развивались. В этом случае, поэтому мы очень сильно отбираем произведения. Действительно, все именно так происходит, как у нас описано. То есть вы присылаете стихи на почту, доступ к почте есть у нескольких редакторов, они отсматривают,
ваши стихи, помечают их звездочкой. Я вот уже вам раскрываю кухню всю. И я публикую их в 4 социальных сетях. Сейчас у нас Марина опять куда-то пропала. Сейчас попробую ей еще раз прислать приглашение. Ой, не так. Я не то сделала. Так, сейчас. Сейчас, секунду, я поищу. Я поняла уже, что вы мне пишете. Вот Ольга предлагает выйти в эфир с аккаунта «Слово и перо», но, Ольга, вам для этого нужно... Вам нужно сделать мне запрос, и тогда я присоединяю вас к эфиру. Без этого, как вот с Мариной, у нас это очень хорошо получилось. Без этого не получается. Интересный тут комментарий я увидела. У вас очень красивые зеленые глаза. Спасибо. Это всегда приятно женщине. Комплименты. Так, слово и перо. Вот зритель. Как же сделать мне... Нет, не получается. Сейчас еще раз попробуем. Просим нас извинить. Мы начинающие инстаграмеры. Не все еще понимаем и умеем.